Эй, ребятки, всем привет, добро пожаловать в мир Майнкрафта, с вами снова Джой, канал Джой. Я посмотрел, что это за секретные локации. Оказалось, ну, на первый взгляд, я не особо много материалов нашел по этому поводу. Они относятся к дополнению к Create под названием Alchemy Industry, и с помощью них можно создавать вот эти вот эссенции. Это прям какой-то дополнительный слой крафта и создания каких-то новых штук. А вот это вот означает, что передается очень короткий редстоновый сигнал. И типа так активируется. То есть в рамке находится предмет, и если ты точно таким же предметом кликаешь правой кнопкой мыши, то передается редстоновый сигнал. А круто ли это? Хз. Давайте вернемся к нашему домику. Блин, а путь такой, типа, далековато. Здесь где-то портал должен быть, стопудово, который я просто не нашел. Ладно, поставим здесь меточку. Назовем Сити. Сити. И двинемся сюда. А у меня сегодня есть план. Я хочу сегодня сделать себе джетпак. И не какой-нибудь обычный, типа из меди или из андезита, но сделать его... Блин, вот сюда. Вот это. Вот сюда. Во. Подожди, что мне починку пока? Да, для этого нужно сделать механическую сборку, шестерни, вентилятор в корпусе. Самое сложное... Латунные слитки мы можем выменить. Самое сложное это вот это вот Steam Engine. 6 раз повторить. Короче, сейчас будем заниматься крейтом. Только лишь доберемся домой. И у нас сегодня будет ультра-креативный движ, в котором мы наконец-то займемся чем-то, кроме приключений и кринжового строительства. Вы что думали? В креет не полезу, что ли? Полезу еще как. О, а что за домик? А, это еще один городок. Здесь я, кстати, портал, по-моему, находил. Да? Было? А другой портал я находил в первом городе. Слушай, ну оттуда ближе идти все-таки. И хороший... Ай-ай-ай-ай-ай. Хорошая идея покемарить. Я все еще не понял, что означает 1000 баксов в левом нижнем углу, которая постоянно появляется и потом пропадает через какое-то время. Но окей. Сомнительно, но окей. Так, где-то здесь был Waystone. Где-то я тебя видел. Вон, вон. Да, это первый город, рядом с которым мы заспавнились, когда только появились в этом мире. Окей. Я думаю, что в том городе тоже должен быть Waystone, просто... Из-за невнимательности я его пропустил. Сейчас попробуем найти. В крайнем случае, можно вернуться к этому городу, стащить отсюда камень и принести в наш город. Как в наш? В город, в котором я засел чуть плотнее, чем, наверное, стоило бы. Это их домики. Домики. Может, где-то под землей. Вижу, здесь очень, очень странно. И из-за того, что здесь расщелина, очень странно домики расположены. В теории мы можем и скрафтить. Что там для Waystone нужно? Waystone. Вот, обычный путеводный обелиск. 3 обсидиана, кирпичи, камень, перемещение. А, аметист, понял. За аметистом нужно под землю и нужно искать аметистовую. Вот эту всю приблуду. О, у них здесь животные были все это время.
кроме овечек. Овечек не вижу. Был? Я был в этом домике? Прям общага какая-то. Нет, я здесь не был, иначе я бы спер пузырек опыта. Есть, здесь есть второй этаж, который я чуть не пропустил. Вот он, обсидиан, который мне так нужен был. Ну как нужен? Штука полезная. Смотри, я могу сразу 4 блока добыть. Какое счастье! Фуф! Щищ! Не то чтобы он мне сейчас был нужен. Пусть будет. А когда найдем аметист, сможем делать вейстоуны и... Блин, как у них красиво домики выглядят. И мой этот. Подожди, а где я? Я же где-то здесь делал. А, на другой улице. Там, с той стороны, вон он мой. Ну, типа, в том же стиле, но с совершенно другими блоками. Ау. Ау. Я поэтому хочу джетпак, я устал падать. Слушай, как прикольно. Типа стрелами указатели сделали. О, что за мешок? Топ-хэт. Я какой-то джентльмен, получается? Давай здесь чуть подсветим. Медь, кстати, полезна. Торий не уверен. Я чуть-чуть зацеплю, буквально стак просто. Железо нам особо не нужно. Цинк. Мы его можем трейдить тоже. И, наверное, особо не надо. Но, типа, раз здесь есть. И это буквально пару сек. Чтоб не цепануть. Главный вопрос. Это действительно большая деревня. Здесь... Где-то должен быть обелиск. Ау. Здесь не обязательно тут костер. Ау. Ах ты, сучка. Подкрался-ка. Ау! Что за агрессия какая-то началась, чуваки? Хорош. Что это за камень? Магнитный блок. А, это следующий уровень креата. Ну, типа, условно, следующий уровень креата. Если брать обычный креат, то там используется энергия вращения. А можно перейти в электроэнергию в креете. Для этого нужны как раз вот эти магнитные блоки. Делаешь что-то похожее на портал. Там щеточки. Ну знаешь, как типа дрель работает. Вот такого плана механ. Типа щетки. Труд внутри магнита. Что-то типа того. А, деревня еще ниже тянется. Что за бред? Короче, да, стопудово есть где-то обелиск. Он, вероятнее всего, под землей из-за того, что здесь вот такая генерация мира произошла. Потому что, ну, наверху я вроде всю деревеньку-то оббежал. Я думаю, что мне бы попался обелиск. Хотя я слепой дед. Этого не отнять. Слушай, ну вообще нет, если так посмотреть на домик, он, в принципе, достаточно прилично выглядит.
Может быть, комбинация цветов типа мид? Если бы какой-то третий цвет еще был добавлен, может быть, стало бы лучше. Я считаю, что для no skill меня очень даже неплохо получилось. Ау. Давайте займемся созданием джетпака. Хотя, сейчас, прям еще сек. Я маленький кружок еще сделаю, посмотреть. Жаль, нет какой-нибудь команды, типа, найти обелиск. Хотя, может быть, и есть. Если читы включены были бы, но у меня не включены в этот раз. Может быть, можно попробовать, типа, найти структуру. Не факт, что он здесь есть. Типа, я не могу гарантировать, что в каждой локации они появляются. Но было бы очень прикольно и удобно, если бы был, конечно. Потому что мы часто путешествуем. О! Дальность 2. Не самая лучшая. Чувачка надо будет перероливать тоже. Здесь я был. Кстати, интересная вариация крыши. Такая типа крыша, которая переходит в балкон. Нравится, нравится. Ау. А, вот его домик. Столик. Тоже что-то редстоун здесь есть. Балкончик. Стильно, стильно. Красиво. Сундуков не вижу. Наверное, где-то есть спрятанные, но в глаза что-то мне не бросились. О, кися. Ладно, сейчас займемся. Сейчас я прям на 5 сек отойду и ворвемся. Так, погнали дальше. Фу, create. Угу. Так, так, так. На чем я остановился? А, мы будем делать джетпак. Угу. Нужно сделать 13 вот этих штук для крафта. Вентиляторы в корпусе, по-моему, 2 штуки у меня есть. Или можно потрейдить. Это можно потрейдить, это можно потрейдить. Мы останавливаемся на этом. 4 депо. 6 стальных блоков. 6 слитков. Прочные трубы. Фигня. 6 труб сделаем. Медных слитков я как раз меди набрал. Чё за хрень? Почему? У них какие-то салюты здесь. А, это намек, что типа ночь наступает. Видел, там в форме крипера типа взрыв был. Стиль, стиль. Ладно. Окей, я вернусь к этим ребяткам, потому что с ними нужно будет поторговать еще. Начнем собирать ресы. Во-первых... Начнем отсюда. Латунный лист. Один. Для этого нужны латунные слитки. Давай начнем с чистки инвентаря опять. Очередной. Что за гравий-песок? Давай посмотрим. В чем его механ? Просто выглядит прикольно. Ладно. Я не шарю. Сделаем сундук. Сюда скинем весь мусор. Рудный цинк, мне кажется, не понадобится.
Памс. 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 У меня где-то же еще в какой-то деревне был сундук с собранным лутом. Или я в итоге все в рюкзак засунул? А, не важно. Я хочу просто отсюда переложить и оставить плюс-минус важные вещи. Типа мотыга мне точно с собой в дороге не понадобится. У нас всего 3 золотых слитка. Этого мало. Минимум 6 надо. Вот эти слитки. Вот эта вся хренотень мне особо не нужна. Памс, памс, пам. Уголь. Все еще куча мусора остается. Как ни крути, я тот еще барахольщик. Вентилятор в корпусе есть, кстати. Кайф. Книжка мне точно не нужна, бамбук, кости. Вот эта хрень мне точно не нужна, глина, ступеньки, яблоко. Вот эти вот все вещи мне пока особо не нужны. Пойдет. Почище, получше стало. Теперь надо с ребятками... потрейдить, потрейдить. И еще желательно сделать печку. О, крепкий камень. Такой. А, наверное, даже 2. А, есть... подожди, сейчас. Печь. Глубинно-сланцевая печь. Типа апгрейд печи, какая-нибудь типа железная печь. Колонна. Бочка. Кнопка. Ладно. Было бы прикольно, походу нет. Пам-пам. Это будет медь для медных крепких труб. Теперь следующее. Мне нужна древесина. Я из нее сделаю кучу палок. Из этой кучи палок сейчас сделаем кирки и поторгуем. Так, кто из вас там кирки покупает? Достань изумруд. Вот ты. Так, теперь кого из вас еще качнуть нужно? Тебя. Давай у него купим железо. Тебя не надо. Фул-фул. Тебя надо. Давай сделаем еще. Вот этого нужно еще качнуть. Так, кто там кирки покупает? Ну-ка сюда. Спасибо. Ты? Давай. У нас точно был андезит. И ты еще, да? П-
Пойдет, 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 пойдет. Так. Латунный слиток. Реальный сплав на месте. 6 штук нужно. Плюс сюда один. Размять. Нам нужны эти депо. Давай начнем отсюда. Депо. Да блин. Депо. Давай лучше вот так. Мод create. Где эта штука с рукой? Смотри, здесь кварцевые дрели. То есть это только начало. Вот эти вещи я начинаю уже вспоминать, потому что это из классики. То что-то из аддонов, что я никогда не видел. Активатор. Так, давай вернемся сюда. Вот эти, какая сборка, сборщик. Я это однозначно буду делать на улице. Меня звук этих торговцев уже с ума начинает сводить. А я здесь только 10,5 секунд нахожусь. Сборщик, где он? Вот, механический сборщик. Его нужно будет. Вот эти электронные лампы. Розовый кварц. Уф. Вот это целая история. Это займет тоже какое-то продолжительное время, но займемся. Давай опять сюда. Андезит без проблем. Вентилятор в корпусе трейд. Шестерня. Это вал и деревяшки. Это фигня. Трубы. Латунный лист. А, значит, нужен пресс. Пресс. Походу, это все вещи, которые сейчас нам понадобятся. Нам нужно золото еще. Факт. Нам нужен еще один вентилятор. Давай сделаем отдельный сундук. Я его, пожалуй, на улице поставлю, потому что меня задолбали эти чуваки. Где-нибудь подальше. Замечательное место, чтобы построить добычу. Так. Латунные слитки. Окей. Их нужно будет 6. Один превратить в лепешку. Дальше. Что у нас есть? Вентилятор. Золото. Надо будет еще золото. Я понимаю, что они вроде как дружелюбные, но проверять мне почему-то не хочется совершенно. 3 шестеренки. Я точно где-то оставил еще лут. Я вот сейчас вспоминаю, потому что я находил же шестеренки. А может быть, я гоню на самом деле. Не находил. Ничего страшного. Это может быть из другой какой-то части было. А, давай замутим андезит. Андезитовый сплав. А, вот он андезит. Сейчас потрейдим железо еще чуть-чуть. С кем еще поторговать нужно, чтобы... Вот, тебя нужно бустануть. Лавлап. Есть. Возьмем еще один вентилятор сразу, раз у него есть.
здесь медь. Раз. Блин. 3, 4, 5, 6. Есть трубы. База. База. Угу. А, андезитовые теперь вот эти штуки. Для этого нужен андезит. А, сделаю еще, пожалуй. Лишним не будет. Это понадобится. Союз камня и металла. Сразу сделаю валы. Много не бывает. Дальше. Сплав есть, слитки есть, вентиляторы есть, шестеренки. Шестерня маленькая. Ну, типа штук 16. Пусть про запас будет. Так, хорошо, в эту часть сдвинулись. Вот непосредственно с этого экрана все готово. Теперь нужно делать депо. Андезитовый корпус. Помню, это... Давай скинем сюда вещи, которые получилось собрать. Есть два вентилятора. Трубы. Шестеренки. Сплава. А, валы на всякий случай сюда скину. Пусть здесь будут. Сделаем депошку. Для этого есть у меня бревна. Не. Сейчас, секунду. Так, я снова тут. Депошки. Точно, точно. Мне надо прям именно бревна. Сейчас, это изи. Благо древесины здесь полно. Давай сразу его на место посадим. Я что-то его так уверенно вырубаю. И мне даже топор для этого не нужен. Древесина улетает только так. 51. Все этого более чем достаточно. Так. Андезитовые корпуса. Это магем. Для этого что нужно? Плентим древесину. Снимаем с нее кожуру. Я помню. И тыркаем теперь андезитовым слитком. Нет? Может быть, палисандровое дерево для этого не подходит? Стриптвуд. Стриптлокс. Блин, эта хрень может не подходить вполне себе. Уф. Биг уф. Ладно. В хозяйстве пригодится все равно. А тогда попробуем...
Авокадо. Мне кажется, все, что с модами, и все, что на английском, не прокатит. Надо как что-то классическое. Был ли у меня где-нибудь что-нибудь типа дуб? Вот это на дуб похоже. Дубовое бревно. Так, давай сюда. Это мы сейчас сразу посадим. Я хочу кости собрать. Здесь, по-моему, кости были. Сразу будем сажать и выращивать. И это дерево должно прокатить. Ну, сейчас на всякий случай. А что, еще саженцы будут? Буквально один? Кайф. А, так, где дуб? Вот он. 17 штучек. Давай проверять. И... да. Значит, модифицированное дерево не все подходит или вообще не подходит. Понял? 17 корпусов пойдет, пойдет. Давай начнем с депо. Нам нужно их... 1, 2, 3, 4. 5. Для пресса дополнительно одну сделаю отдельно. 3, 4, 5. Да. Трава дурацкая. Окей, окей, окей. Механический пресс. Сюда вернем на место. Нужны валы. Мне кажется, у меня были, но ладно. Сделаем один пресс. Нет. Да. Рукояточка. А, я сюда валы скинул. Конечно, конечно. Так, дайте мне, верните мне хотя бы одну рукоятку. Пойдет. Оп. Бонг! Есть. Это нужно было сюда. Теперь, если вернуться на этот экран, а точнее вот сюда. У нас есть латунный лист. Есть 4 этих... херни, блин. Депо. Есть, есть. Золота не хватает, да. Надо еще 3 слитка золота. И надо руки эти сделать. Начнем с рук. У латунные листы нужны. Понял. Давай тогда начнем с того, что вот это все перемолим. Там сколько? 4 нужно на одну руку. В целом можно свапать в руке инструмент, но учитывая, что там 6 кругов. Такая морока. Кстати, 4 депошки не нужны. Это можно было делать на одной этой, на одной ленте. Хорошие мысли приходят позднее. Но у меня нет этого.
Под водой растет хрень, блин. Ламинария, там нужна ламинария. Сачки железа заберу. Золота не было, да? Точнее, золото было, я из него сделал этот. Апгрейд для рюкзака. Ну, будем через депошки делать, ничего страшного. Это в целом без разницы. Так, сколько нужно, чтобы сделать руки? 4 штуки на руку, нужно 4 руки сделать. У нас... О, короче, просто трейдим с ними жестко. Пять на три. У всех одинаково. Давай с тем, у кого нужно левелапать, что ли, если я еще кого-то не максанул. Вот, типа, тебя. Все, у меня больше не хватает. Давай трейданем у тебя железо, и я сделаю еще 1 000 000 кирок. Че, у тебя появилось? Медный корпус. Так, давайте, кто из вас там торгует? Ты? У меня еще одна осталась. Так. А, тебя я до максимума, да? Все, все до максимума. Качнуты. Двадцать четыре. Нам нужно оставить 6 штук на этот. На сам крафт непосредственно. Все остальное можно перемолоть. Оно еще пригодится, мне кажется, в каких-то промежуточных крафтах. Это прикольно было бы автоматизировать. Это изи автоматизируется через водяное колесо какое-нибудь хотя бы. Сделаем. Но не все сразу. Ну, типа, некуда спешить. Все сделаем. Смотри, как быстро у него голод наступает от ручной работы. Сколько там получилось? 13 еще 5 штучек. Ну, типа с запасом. Я уверен, что еще пригодятся. Это вообще ходовой материал. Андезитовый корпус. Ой, вот это вот хрень. Уф. Железные листы. Значит, нужно проделать то же самое с железом. Давай сделаем маленькое водяное колесо. Типа... Я пытаюсь вспомнить, как это
наименее инвазивно сделать. Вот это все лишнее. Там просто буквально надо, чтобы вода на расстоянии 2 блока текла. То есть, типа, буквально... Типа того. Вот здесь только заделать надо. Типа, если сюда потечет вода, это должно работать? Ау. Да, на всякий случай два ведра возьмем. Сделаем бесконечный источник воды, чтобы перестать бегать. Потому что я предполагаю, что энергии понадобится еще. Помс. Помс. Есть. Бесконечная вода! Повыше, я понял. А, давай сделаем еще древесины. Пам-пам-пам. Ура! Ручка больше не нужна. А, да, и кинем сюда железо превратить. Феноменальная скорость. Это еще типа маленькое водяное колесо крутится быстрее, чем большое. Это... мега скорость. Ладно, мы это можем ускорить. Мы это можем ускорить простым путем. И еще это работает, конечно, но типа можем лучше. Можно, не надо, зомби. Кыш. А, туп-туп-тум. Смотри, как это делается. Как будто бы я знаю, как это делается. Андезитовые корпуса. Нам нужно маленькую на большую. И отделить их друг от друга. О, кстати. Должно сработать. Да, и здесь сейчас водяное колесо ставим. Там можно в корпус как-то закрыть, и они тогда не будут соприкасаться и передавать... энергию, но, типа, какая разница, если так сработает, да? Так, где моя водица? Почему? Слишком... Ты хочешь очень много энергии? Типа, это большое количество переходов? Да ладно, ты серьезно? Типа, только один шаг может выдержать. Очень жалко. Но это все равно будет быстрее. Абсолютно та же самая скорость, потому что это так не работает. А, посос, посос, ладно. Где у меня валы? А, вот.
Можно? Да нормально, можно делать. Почему вдруг сбоку решил его установить? Да ты гонишь, что ли? Это уже безумие какое-то началось. Можешь просто установить? Да не боком. Да ты гонишь, что ли? Во. Я сейчас сюда переставлю депошку. Только нужно поспать. Это будет чуть-чуть быстрее. Но быстрее. Депо. Сюдык. Вот эту хрень. Сюдык. Да, побыстрее. Примерно с той же скоростью, как если бы я рукоятку крутил. Вон где эти придурки сидят. Чел. Иди в очко. Так, окей. Окей, окей. Это мы пошли вот сюда. Вот эти листы сделали. Теперь нужно полировать. Мне нужен редстоун и кварц. Кварца я чуть-чуть набирал. Редстоуна тоже, по-моему, чуть-чуть набирал. Сейчас посмотрим, что у меня там. Редстоун. Редстоуна даже типа, приличное количество. А кварц. Я ж точно из ада притаскивал чуть-чуть. Я его просто не вижу. Ну, типа, можно сходить еще раз. А, я портал ставил, мне кажется, сундук ставил рядом с порталом, и, наверное, там и оставил кварц. Редстоун хотя бы есть, уже хорошо. Так, окей, окей. А, где я ставил портал? Вот этот. Вот этот портал я оживлял. Угу. Есть железные листы. Давай их тоже скинем сюда. Это сюда. Это пока здесь оставим. Редстоун. Редстоун переделаем в пыль. Мне кажется, этого не хватит. Мне почему-то кажется, что этого не хватит. Окей. Гоним в аддок. И по пути, может быть, где-то в воде найдем ламинарию, чтобы сделать ленты. Потому что с лентами будет сильно проще. Буквально на одной ленте запускаешь предмет, забираешь и ставишь начало. Можно автоматизировать, но посмотрите на меня и посмотрите на автоматизацию. Я автоматизировать только по гайдам могу. А собственноручно я вот такие вещи делаю. Слушай, выглядит как будто издалека как будто огромный какой-то жук страшный. Надо будет подняться на один из парящих островов когда-нибудь. Сегодня у нас есть цель. Этот видос может затянуться, но мы сегодня должны сделать джетпак. Вот он мой сундук. Нет. Вот он мой сундук. Хе-хе. Хе-хе, бой. О, здесь, кстати, голда еще была.
Ой-я. Пам-пам-пам. Блин. Светокамень. А, пшеница, кстати. Кстати. Я смотрю, у меня хлеб начал заканчиваться. Благо, есть в запасе еще. Еще золото. Это очень хорошо. Еще здесь у меня всякая хрень. Бочки, это все фигня. Книги. Да, я же говорю, у меня было чуть-чуть кварца. Там один кусочек кварца нужен, так что это не такой дорогой крафт. Золота у меня теперь достаточно, мне кажется. Ну давай окунемся на 5 сек. Приключение на 5 минут. Типа зашли, чуть-чуть золото сперли, вышли. Я только единственное хочу еще хлеба сделать. Ну, типа. Приключение на 5 минут. Добыли кварца, хотя бы стачок. Добыли золото, чтобы просто было. Если будет, что-то еще полезное взяли. Прям в пределах портала. Спасибо. Я даже не хочу перебираться куда-то. Как будто абсолютно в пустоту долблюсь. Я очень не хочу на ту сторону перебираться, потому что, ну, типа, страшно. Песок, душ. Оставим. Мне кажется, это все мусорные ресурсы. Я умираю. Скорее воду. Фу! О мой бог! Пол сердца. Фу! О, это было близко к первой смерти. Это было тупо. Я просто в лаву свалился. Я думал, что там магмовый блок. Но нет. Там оказался не магмовый блок. О, давай, кстати, пока здесь. Вот этот обсидиан добудем. Обсидиан всегда нужен. Фух. Страх полный. Просто. Это шок-контент. Надо еще кусочек обсидиана, и мы сможем повторить портал где-нибудь в другом месте. О, ну погнали. Големов вижу. Мне каждый раз до усрачки страшно, когда они рычать начинают. Окей. Нет, пожалуйста.
Он меня затянул в лаву. Я вроде выхилился, я надеюсь, что я перестану гореть и сейчас погасну. Это тот же самый чел, он не задиспаунился. Он типа, он сидел прямо и ждал меня все это время обратно. Сволочь. Мне нужен лук. О, господи. Я не... Чуваки, я френдли. Я, типа, самый дружелюбный чел на свете. Я боюсь, что он меня просто пнет в хлебососину. И на этом мое приключение закончится. Ау. Ну, выглядит так, что они сами по себе не нападают. Пока ты их не спровоцируешь или первый не нападешь. Железо. Короче, мое предложение. Это мега отстойный спавн. Боюсь, даже самое подходящее название — это спавн говна. Попробуем сейчас тащить обсидиана. Сука. Он меня так и будет, да, притягивать? Он меня даже не видит. Просто по приколу притягивает. Вау! Я не от лавы загорелся в этот раз, это не так долго должно быть. Давай, этот, голем, иди ему просто пни ногой в морду. Брат. Он откуда родился? Ну, сейчас я точно погиб, да. Тут чисто мой косяк. Он просто... Я хотел отгородиться, он, оказывается, еще и телепортироваться умеет. Прекрасно. Прекрасно. Мне просто нужен лук. И у этих чуваков нет шансов. Фух. Блин, а он же там будет сидеть на моем трупе теперь. Я еще в какую-то сачную пещеру свалился. Да какие бэ, отвали. Тыква не еда, да? Блин! Я почему-то верил до последнего, что есть шанс... с ним нормально подраться. Но в моменте, когда вот... Я думал, что я просто отгорожусь, отхилюсь и буду в крысу выходить и драться с ним. Но в момент, когда он сквозь камни телепортировался... Возможно, он не телепортировался, он просто спустился где-нибудь по краю и... пролез там. Хз... Я точно знаю, что у меня нет еды, если меня сейчас зажгут, то я умру там сразу.
И как назло, я не оставил никакой еды. Все туда утащил. И он стопудово не задиспаунится, да? Короче, мне нужно просто зайти, хапануть свой лут. Я искренне надеюсь, что он задиспаунился. Понял? Раз меня сразу потащило туда, значит, он нихера не задиспаунился. Вон мой гробик. Блять, вон он. Придурок, ну отстань! Ну ёпта, ну чё за... Он меня, кстати, не увидит, если я отсюда сейчас аккуратно спрыгну. Другой вопрос. Могу ли я аккуратно? Седьмой левел. Все леваки всрал. О, кстати, откуда здесь обсидиан? А, сранина. Очень, очень жаль левела. Эта штука восстанавливает больше. Какой конченый. Ой, я не могу. Все, я просто не могу с него. Он просто повернулся, притянул, телепортировался, что-то рывок сделал, еще что-то. И в итоге я загорелся, еще я в лаву упал. Ничего не понял. Не смог его ударить. Ладно, у меня хотя бы ватрушки есть, они регенят нормально. Самое тупое, что щит против него не сработает. Потому что он не бьет, он просто прикасается к тебе, и ты загораешься от этого. Строим рядом с лавой с помощью дерева. It's Elon Musk. Сука, тебе надо было меня притянуть, да, в моменте? Когда оно все сгорело уже. Я когда слышу этот радиоактивный хруст, мне кажется, это как будто знак, что он на меня смотрит, он меня сейчас притянет. Просто забей. Добываем еще обсидиана, делаем портал в удобном месте. Проклятая биома, базальтовая вот эта вот срань, летающая в космосе. Никаких ресурсов, только злые противники. Ужасно время провел. Отвратительно. Еще и слил очки опыта. Вот это больше всего обидно. Хочу добыть плачущий обсидиан, за это ачивка дается.
Быстрее. Куда он делся? Только не говори, что он... Не-не-не, все, я его поднял. Я думал, что он внутрь телепортировался. Я больше скажу. Это настолько проклятый портал, что я его это... Я его разберу. Да. Все. Абсолютно. Отвратительный. А нам нужно тогда выше куда-то двинуть. О, здесь какой-то мавзолей. Я посмотрел эти секретные локации. Мне кажется, это то же самое, что вот, вот эти вот. Типа вот этой. У меня такое чувство. Типа вот этой. Так, погнали обратно к дому. Сделаем там портал. Я пытаюсь относительно карты вспомнить, но мне кажется, где-то как раз-таки южнее нужно делать портал, чтобы рядом с крепостью появиться. Давай попробуем. Типа, кто нам мешает? У меня есть огниво. Я не хочу копаться в крепости. У нас есть цель сегодня в креативе копаться. Я хочу просто сделать портал где-нибудь в удобном месте. О! Хорюк. А, это башня этого. Колдуна настоящего. Понял. Похер. Все. Я передумал. С порталом в другое время. В другой серии разберемся. Потому что это целая история сейчас туда отвлекаться. Главное, что у меня есть редстоун. Мне нужно... Песок есть. Бумага... Мне кажется, бумага тоже есть. Ламинарий я так и не нашел нигде. Ламинарий не нашел. Ну, потому что у меня просто нет здесь где-то прям моря. Может быть, вот здесь ламинарии водятся. Ад — это целая большая история. Может, вот здесь где-нибудь? Мне прям одну штучку ламинарии надо. Буквально. Я ее высажу. Просто рандомно, блин. Росла бы одна. Нет, только морская трава. У! Чупашка. Интересно, биома. Такой, типа, затопленные деревья. Я вот только не знаю, я, наверное, их вот так высадить не смогу. Скорее всего, саженцы в воду не посадят. Если нужно будет восстановить... Ладно, без ламинарии пока. Будем вручную отсюда гонять. А чё у нас там тогда на повестке? Вот эта хрень, вот это. Редстоун. А где? А, я его туда переложил. Thank you.
Вот он. Насколько хватит? Пять штук. Ну, типа, это буквально пять фонариков этих сделать. Нужно сделать наждачку. Песок, бумага. Песок был, точно. Ха, некролог мой. Чё у меня было? Прикольно. Да блин. Так, песок, бумага. Мне кажется, я находил много бумаги. Не? Если и находил, я, видимо, ее не залутал. Мега хорош. Значит, идем искать тростник и ламинариум. Вот здесь что-то морское, как будто бы. За этой деревенькой. Я могу вернуться сюда, сделать ТП. Звучит оптимально. Угольная руда. Мега хороший прыжок. Мега найс. Мега найс прыжок. Минус нога. Так, где-то здесь, да? О, арбузики, кстати. Меня арбуз дает, кстати, вполне себе неплохо. Морковка. Я не думаю, что мы будем заниматься высаживанием в ближайшее время. Но я запомню, что здесь что-то было. Морковка там и прочая хрень. Я думаю, что это не особо сложно находится в целом. У них вот здесь высажено все. Он там пшеница, еще всякая лабудень. Так, где у них здесь портал? Ай. Чуваки, где у вас портал? Обелиск, точнее, мискузи. У них же точно был. В одной из этих каменных штук. О, сахарный тростник. База. Спасибо, чуваки. У этого более чем достаточно будет. Теперь напомни, как это делается. Я беру камень. Я беру наждачку. Изи. Это чтобы сделать вот эти вещи. Блин, я сталь оставил там. Ладно, все. Ламинарию очень хотелось бы. Типа это прям супер полезная вещь. Я не вижу портал. Он точно у них есть. Да еб. Он точно у них есть, потому что я телепортировался же сюда. И он, скорее всего, тоже обнесен где-то этой рамкой. Каменной. Но оно все так однообразно выглядит. Что я просто не вижу, где портал.
Я вижу их постройки. Ладно. Цель-то была как раз тростника добыть. Наждачку сделать. Это я сделал. Нет ламинарий у вас здесь. А то вдруг у вас по приколу тут водится. Прикинь, вообще, вот это прикол был бы. Но не был. Не был, к сожалению. Нужно будет лодку замутить и сплавать. Это будет одно из наших приключений.